практично усі віруси на планеті видозмінюються і еволюціонують. Принаймні, такої гіпотези дотримуються більшість сучасних вчених. Так само, як люди і тварини звикають до нових умов життя, стають небезпечними і інфекції. Тож сьогодні ми підготували для вас інформацію про смертельні хвороби, яку варто знати. Чи можна позбутись злоякісних пухлин, які пороки серця діти можуть перерости? Та зараження туберкульозом у маршрутці. Міф чи реальність? Возможно ли вылечить рак? Рак на сегодняшний день – это излечимая болезнь. Главное его вовремя выявить. И для этого используется множество скрининговых программ. Ну, например, для рака молочной железы разработаны скрининговые программы, которая заключается в ежегодном проведении маммографии. Женщины после 40 лет должны обязательно проходить это исследование. И доказано, что такое регулярное проведение такого исследования уменьшает риск смерти от рака молочной железы на 33%. Также мы говорим о скрининге рака шейки матки. Ничего сложного нет, чтобы женщина прошла раз в год процедуру взятия мазочка, онкоцитологического мазочка с шейки матки. Это тоже процедура стандартная и недорогостоящая, которая позволяет эффективно и вовремя диагностировать изменения в эпителии шейки матки, как следствие вовремя выявлять злокачественные перерождения, трансформации эпителия в рак. Также разрабатываются программы скрининга при раке простаты для мужчин. Это определение специфического антитела крови и проведение ультразвуковых исследований. Скрининг рака желудка. Опять же, вот если взять опыт Японии, то там после 40 считается плохим тоном, если мужчина там, или женщина не сделает себе фиброгастроскопию после 40, так как у них большая заболеваемость раком, но и наилучшие методы лечения рака желудка. Их скринингом мы называем скрининг рака легкого. А скрининг рака легкого – это проведение рентген легких. Я хочу акцентировать внимание не столько на флюорографии, сколько на рентгене, потому что крупная пленка позволяет эффективность выявления образования гораздо выше. И хотелось бы всем слушателям, телезрителям сказать, чтобы вы были ответственны к своему здоровью, не пренебрегали простыми правилами прохождения профосмотра. Ну, также существует и первичная профилактика, хотя она не специфична, но тем не менее, это здоровый образ жизни. Вот, например, ходьба на протяжении часа для женщин уменьшает риск в 3 раза заболеть раком молочной железы. Это уменьшение потребления жиров животного происхождения. Вот. Это контроль массы тела, индекса массы тела. Вот. Это отказаться от плохих привычек, это табакокурение, злоупотребление алкоголем. Это контролирование приема гормональных средств. Сегодня онкология – это наиболее развивающаяся, быстро развивающаяся отрасль медицины. И она не стоит на месте. То, что мы когда-то говорили, что вот 4-я стадия, запущенный рак, нам тяжело лечить, но тем не менее уже сейчас у нас есть возможности контролировать этот процесс и контролировать его достаточно долго. Мене цікавить іменно то, чи в маршрутці можна заразитися якою-небудь хворобою, коли мало місця і людина кашляє. Наприклад, туберкульоз або ще якась хвороба. Значит, теоретически такая возможность существует. Значит, вообще любая инфекция, в том числе и туберкулезная, это всегда взаимоотношение между макро, то есть большим организмом, то есть организмом человека и микробом. Поэтому заболевания не у всех возникают даже при контакте с человеком, болеющим какой-то инфекцией. В противном случае, допустим, после эпидемии, которая в средние века
чумы были, то не осталось бы на земном шаре ни одного человека. То есть все равно какая-то часть людей не заболевала. То есть это зависит еще от восприимчивости конкретных людей и состояния их иммунной системы. Ну, нужно помнить о том, что у нас проводятся прививки от туберкулеза, проводится контроль соответствующими службами, то есть выявляются больные туберкулезом, если нужно, изолируются от общества. Ну, конечно, это не гарантирует, что можно в общественном транспорте встретить человека больного туберкулезом. Но дело в том, что в реальности вероятность такого заражения, она крайне-крайне низка, практически стремится к нулю. Почему? Потому что заражаются, во-первых, от людей больных так называемыми открытыми формами, то есть когда выделяются бактерии при кашле. Возможны, конечно, и другие пути заражения, но основной все-таки воздушно-капельный. И как бы кажется, что да, теоретически возможно заражение. Но с другой стороны, в реальности для того, чтобы заразиться туберкулезом, нужен длительный контакт с пациентом. То есть это если совместно проживают на одной жилплощади или человек, допустим, заселился в жилье, в котором ранее проживал человек, болеющий открытой формой туберкулеза, и там не проведены все, так сказать, соответствующие дезинфекционные мероприятия там, вместе с побелкой стен и так далее. Вот в таких случаях вероятность заражения есть. Ну, а кратковременное пребывание в вагоне там, общественного транспорта, ну, это практически ну, очень редко может быть, наверное, хотя таких данных нет. Вот. То есть считается, что контакт с больным туберкулезом это не менее где-то 8 часов в сутки на протяжении нескольких месяцев. Вот тогда есть риск заражения серьезный. Хотів спитатися лікаря, чи виліковані пороки серця дитини, ну, в дитячому віці? На самом деле проблема не так проста, как звучит вопрос. Скорее всего, мы говорим о врожденных пороках серця, и бывают они достаточно часто, делятся на несколько типов, и к спонтанному разрешению способны только несколько из них. Действительно могут спонтанно закрыться баталов и оранциев протоки, которые функционируют во внутриутробном возрасте, могут закрыться незначительные дефекты межпритерной и межжелудочковой перегородки, но процент не так уж велик. Литература говорит о цифрах от 3 до 27. То есть даже незначительные пороки развития сердца закрываются или саморазрешаются не в таком большом проценте случаев. Более серьезные пороки сердца, связанные с нарушением внутриутробного развития в более раннем периоде, как правило, самостоятельно не разрешаются и требуют консультации, наблюдения кардиолога и решения вопроса об оперативном лечении. Если речь идет не о настоящих пороках сердца, а, например, аномальном перекреплении хорды или открытом овальном отверстии, в таком случае они относятся к малым сердечным аномалиям, никак не мешают функционированию сердца, иногда требуют динамического наблюдения способом эхокардиографии. Тож запам'ятайте, вроджені вади серця переростають від 3 до 27% хворих дітей. Теоретично заразитися вірусом туберкульозу у людному місті можна, але на це впливає рівень вашої імунної системи та особливість організму – сприймати або відбивати атаки інфекцій. На сьогоднішній день захворювання на рак можна вилікувати, але чим швидше виявити хворобу, тим більша ймовірність одужати. А я ж бажаю вам здоров'я! Побачимось!